Шел молодой человек по улице, размахивал руками, кричал: «Я птица, я птица!» Большинство прохожих шарахались от него. Одному стало его жалко, и он сказал: «Молодой человек, вы вовсе не птица, а такой же человек, как и все мы. И вы вовсе не летаете, а так же, как и все мы, ходите по этой прекрасной и твердой земле». Молодой человек сделал удивленное лицо, сказал: «Да что вы говорите?» Затем перестал размахивать руками, упал и разбился насмерть.